Когда-нибудь все заканчивается хорошо или плохо. Привет, друзья! С вами снова я. И вот все. Закончился у нас чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 года. Россия сыграла с финнами за третье место. Наша сборная молодцы. Одолела сборную Финляндии со счетом 5-3. Великолепнейшая была игра. Ничуть не хуже, чем за первые места. А призером и обладателем золотой медали стала у нас команда сборной Швеции. С чем их и поздравляем. Они обыграли сборную Канады. Тяжелый чемпионат был для всех. Для кого-то он закончился с медалью, для кого-то вылетом, так и не попав в полуфинал и не дойдя до финала. Много травм, но это хоккей, какой он есть в своей полной красоте. Белов, который стал капитаном нашей сборной после травмы Мазякина, также закончил этот чемпионат с травмой. Он даже не вышел на церемонию награждения, а покидал уже отель. На костылях, выдержал всех и вся. Показал то, что он капитан, вел всю сборную и помог нашей сборной достичь вершин. Да, пусть и третье место, пусть и бронза, но наша сборная самая сильная. Она достойна большего, достойна аплодисментов и криков «Ура!» всех болельщиков. И кто бы что ни говорил, много людей и много мнений, но это наша сборная. Это наша Россия, и мы будем поддерживать своих всегда и во всем, даже если проигрывают. Хотел выразить большую благодарность всем моим подписчикам, всем моим зрителям, новым зрителям, кто меня смотрел, кто меня поддерживал в моих обзорах матчей чемпионата мира. Большую благодарность выражаю каналу Лысенков ТВ за то, что мы были в гуще всех событий, что да как. Интересные интервью. Отдельно спасибо каждому игроку, тренерскому штабу и всей Федерации хоккея России за каждую игру, когда мы смотрели и переживали всей страной за наших ребят. Олег Валерьевич Знарок, ему отдельнейшее уважение и большущее спасибо. Многие о нем говорили, то, что нам не нужен такой тренер, то, что он не умеет общаться с журналистами, дает мало интервью, но, по моему мнению, меньше слов, больше дела. Это и выражает настоящего мужика. А вам всем спасибо за то, что смотрели меня. Ждем новых игр. Впереди новый сезон. КХЛ. В НХЛ еще идет у нас борьба за Кубок Стэнли. И пока у нас перерыв до следующего сезона. На моем канале будет еще много интересных видео о хоккее. Всем спасибо, всем большущего здоровья. Берегите себя и болейте за наших ребят. Не оставляйте свою команду, невзирая ни за что. Если ты в команде, то ты с ней до конца. Всем спасибо, всем пока. Go, 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 go!